Всем добрый день. Сегодня 16 сентября. Я, как всегда, на кухне варю обед. Поставила варить на суп мясо немного. Буду делать гороховый суп, вернее, варить гороховый суп. Давно я уже его не варила. Гороховый суп будет. И ленивые вареники с картошкой. Тоже очень вкусно. Так что приступаем. Подготовила я где-то 300 грамм картошки, чуть больше. Порежу, чтобы сварить. Вода уже закипает. Помыла вот горох лущенный, половинки. Где-то чуть больше полстакана. Отправляю к мясу. Мясо варится и горох. Все сварится. Сварится и мясо, и горох будет готов. Картошка сварилась. Добавлю немножко маслица. Кусочек небольшой. И разминаем толкушкой. И ждем, чтоб остыла картошка, чтоб можно было с ней работать. Небольшую луковицу порезала кубиком. Добавлю в суп сырую, а морковку обжарю. Скажут мне, что очень хорошо и вкусно получается гороховый суп с копченостями. Я раз попробовала, мне очень не понравился, на мой вкус. Так что я никогда больше не делала с копченостями. Растительное масло в сковороду налила и немного сливочного, чтобы легко обжарить на зажарку. Картошка остыла. Добавляем яйцо. Немного перца. Посолим еще немного, потому что буду добавлять муку. Муку где-то 100 грамм, а там как пойдет. Вымешиваем тесто картофельное. Вода уже закипает. Суп гороховый доваривается. Выкладываю на дощечку. И домешиваю уже здесь. При необходимости муки можете добавить. Если посыплю только и все, досточку в смысле. Раскатываю валик где-то диаметром 2 сантиметра. Можете больше, тут правил особых нет. Как нравится, так и раскатывайте. Нарезаем.
Вот одна порция будет готова. Выемку делаю. В эти отверстия выемочки будет попадать лук с маслицем. И не съезжать с них, а оставаться в этих выемках. Так, загружаю, вода закипела, подсоленная, все. Варенички наши всплыли. Сейчас закипят, две минутки покипят, и все. Достаем. Наши ленивые варенички с картошкой готовы. Можно пробовать. Остается попробовать. Может, немножко остыли. Вкусно. Вареники с картошкой в любом виде вкусные и ленивые, очень вкусные. Вот. Беру вареничек, лук. Готовьте со мной, это очень вкусно, очень вкусно. Суп начала есть и забыла, что не засняла. Готовый, горох разварился, все очень вкусно. Морковью, я говорила, зажарила, зажарочку сделала. Обед готов. Спасибо, что посмотрели видео. Понравилось видео, ставьте лайки. Заходите на мой канал, готовьте со мной. Смотрите мои видео, подписывайтесь на канал. И до новых встреч, и всего вам самого доброго.